Health News. Да, как мы и говорили, и как обычно, в пятницу в это время наша медицинская передача «Зрив корень», профессор Игорь Соломатин, руководитель центра Игорь Соломатин, у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Да, ну, понятно, что, возможно, скоро начнется период отпусков, для некоторых он уже начался, некоторые еще будут работать и все лето, но, тем не менее, о здоровье нужно заботиться все время. Мы сейчас вот как раз поговорим вот... Мы сегодня поговорим о глаукоме, который мы уже, помните, мы в последней нашей передаче обещали нашим радиослушателям поднять эту тему. Тем более, к сожалению, я так понимаю, количество вот страдающих глаукомой растет. В настоящее время в мире насчитывается примерно 60 миллионов человек, которые... 60 миллионов человек, которые болеют и становятся уже практически слепыми от глаукомы. К 2024 году их количество, скорее всего, удвоится, их будет где-то около 120 миллионов. А к 2042 году предполагается, что количество этих пациентов перевалит за отметку 250 миллионов. То есть, несмотря на самые передовые достижения нашей медицинской науки, несмотря на все современные биотехнологии, нанотехнологии, фармацевтические какие-то успехи и так далее, тем не менее глаукома активно идет вперед, завоевывая свои позиции, и что самое обидное, то, что она прогрессирует не в каких-то там третьестепенных отсталых в экономическом плане странах, а она как раз завоевывает свои позиции в развитых, промышленно развитых, то есть это не болезнь тех странах, бедных, которых, вообще. Да, да. Тех странах, в которых медицина на высочайшем уровне, и где, в принципе, способны, в общем-то, отслеживать эту проблему и вовремя диагностировать и вести пациента дальше. Тем не менее, создается впечатление, что глаукома, собственно говоря, остается за рамками нормального медицинского алгоритма, и пациенты продолжают все чаще и заболевать. Давайте разберемся, что же это причина, за заболевание, да. В чем причина его появления, и что надо сделать для того, чтобы, по крайней мере, защитить себя, своих родных, близких от этого заболевания. Итак, что такое глаукома? Ну, мы все всегда связывали это заболевание с повышением внутриглазного давления. На самом деле глаукома считается заболеванием, приводящее к так называемой нейропатии диска зрительного нерва или самого зрительного нерва. Это оптическая нейропатия, то есть заболевание волокон зрительного нерва, которое находится внутри глаза. Связано это с разными проблемами, поэтому всегда считалось и считается до сих пор, что глаукома является комплексным заболеванием, которое зависит не от одной причины, а от множества причин. Фактически проблема во всем организме, да, в какой-то да, степени? Да, скорее всего, проблема связана как и с нарушениями в сердечно-сосудистом тракте, так и с нарушением в обменных процессах, так и с изменением градиента давления и так далее и тому подобное. В общем, здесь много размышлений. У каждого университета, который занимается вплотную этой проблемой, свои теории на этот счет. Но в настоящее время имеется целый ряд таких основополагающих, я бы сказал, теорий, которые можно связать воедино и которые могут нам дать какую-то такую более-менее полноценную картину начала развития этого заболевания и те группы рисков, в которых это заболевание может появляться и прогрессировать. Итак, начнем с причин. Что такое глаукома? Глаукома – это заболевание, которое связано с необратимыми поражениями зрительного нерва. И если у пациента появляется глаукома, то те изменения, которые уже начинаются в его зрительном нерве, они, к сожалению, не имеют обратного хода назад. Поэтому глаукому лучше всего профилактически выявить, защитить пациента от ее развития. Это возможно. Да, и это возможно. Нежели ее каким-то образом лечить и вести пациента с этим диагнозом все дальше и дальше. Я сейчас объясню, почему. Все дело заключается в том, что в первую очередь это заболевание характерно для людей среднего возраста. То есть люди в 45-50 лет могут уже активно болеть этим заболеванием. И что самое страшное, об этом не знать. Дело в том, что глаукома
начинается бессимптомно, хотя есть определенный вид глаукомы, который мы называем закрытоугольный, он всегда начинается с острого приступа. Но здесь, конечно, легче уже диагностировать острый приступ. Понятно, что скорая помощь, понятно, что неотложное отделение, где пациенту поставят, где пациенту могут поставить диагноз и соответствующим образом начать лечение. Но, к сожалению, в процентуальном отношении число этих форм глаукомы очень ничтожно по сравнению с обычными формами глаукомы, и они занимают где-то 7-10% от всей численности глаукомных проблем. Все остальное – это практически называется первичная открытоугольная глаукома, заболевание, которое появляется исподволь, которое протекает абсолютно бессимптомно у пациента, нет ни покраснения глаз, ни боли, ни слезотечения, ни каких-либо других проблем. Приступов острого воспаления. Да, то есть пациент иногда обнаруживает это заболевание совершенно случайно. Он прикрывает рукой здоровый глаз и видит, что вторым глазом у него что-то случилось со зрением, он не видит или видит плохо, или у него теряются строчки, или у него теряются какие-то поле зрения, и цветовое зрение и так далее. Это заставляет, конечно, обратиться к врачу. И тогда все выявляется. И тогда, конечно, выявляется вся картина этого заболевания. Это первое. Второе. Ну, мы все привыкли говорить о том, что глаукома все-таки связана с одним из симптомов, который называется повышение внутриглазного давления. Но здесь тоже хочется все-таки быть откровенным и сказать, что бывает глаукома с нормальным давлением и бывает глаукома с пониженным давлением. И здесь открывается очень интересный компонент того, что называют толерантность. Вся проблема заключается в том, что, оказывается, как и наши сосуды, так и волокна зрительного нерва, которые находятся внутри глаза, они довольно чувствительны к изменениям внутриглазного давления. И вот уровень того давления, которым они начинают быть чувствительными, он абсолютно у всех людей разный. У людей, у которых по жизни артериальное давление, то есть кровяное давление, было пониженным, у людей, у которых по жизни постоянно были какие-то проблемы с позвоночником, особенно в шейной его части, у женщин, в основном, у которых были проблемы, связанные со щитовидной железой, вот у этих людей чаще всего понижена толерантность к внутриглазному давлению, и глаукома может развиваться уже и при нормальных цифрах, хотя, в принципе, никаких указаний на каких-то субъективные жалобы, на какие-то субъективные ощущения у этих пациентов нет. В то же время примерно половина пациентов, у которых выставлен диагноз глаукомы, этот диагноз абсолютно ничем не подтверждается, и пациенты проходят это лечение абсолютно зря. Все дело опять же, что в основном диагностика многих врачей базируется на повышении внутриглазного давления. Есть повышенное внутриглазное давление, значит, ставим диагноз глаукома, назначаем лечение, назначаем лекарства, и, соответственно, пациент обречен на пожизненное использование капель, которые понижают внутриглазное давление. Но в половине случаев, как я сказал, это все напрасно, потому что этой глаукомы не существует, и этот диагноз выставлен неправильно. Почему он может быть так? Поставлен повышенное внутриглазное давление у человека с абсолютно нормальным зрением, абсолютно нормальным зрительным нервом и так далее. Все дело в том, что мы, когда измеряем внутриглазное давление, мы не измеряем его прямо, то есть внутри глаза. Мы измеряем косвенно внутриглазное давление по степени сопротивляемости глаза или к тем грузикам, которым мы меряем внутриглазное давление. То есть мы нажимаем на оболочки глаза, и в зависимости от степени утолщенности этих оболочек, в зависимости от их эластичности, в зависимости от их строения, давление может меняться. И вот эта степень сопротивления к тому давлению,
который оказывает грузик или струя воздуха, если это не прямое измерение внутриглазного давления. Это все, в общем-то, субъективные факторы, которые влияют на величину измеряемого внутриглазного давления. И поэтому, основываясь только на цифрах, мы не можем сделать правильный вывод и поставить правильный диагноз. Периодически встречаются пациенты, у которых, скажем, та же самая роговая оболочка или склера очень толстая. И поэтому, когда мы измеряем внутриглазное давление, их сопротивляемость к тем грузикам или к той струе воздуха, к которой мы меряем давление, она очень высока. И в результате давление получается очень высоким. Хотя на самом деле никаких других признаков глаукомы нет. Поэтому ошибочно выставлять диагноз, базируясь только на цифрах внутриглазного давления. Периодически мы находимся в таком подвешенном состоянии, потому что вроде у пациента нет никаких изменений внутриглазного давления, а симптомы глаукомы внутри глаза как бы присутствуют. Это и изменение зрительного нерва, это и изменение полей зрения. И тогда, в общем-то, мы можем говорить о том, что в судьбу пациента вмешались факторы, связанные с обращением, кровообращением, с сосудами, со степенью сопротивляемости сосудов. И поэтому замечу сразу, что у тех людей, у которых повышено артериальное давление или кровяное давление, все признаки глаукомы развиваются более медленно и более спокойно, чем у тех пациентов, у которых тонус сосудов, тонус сосудистой стенки понижен, и таким образом вот это вялое сосудистое состояние и вялое кровообращение приводит к тому, что диск и сам зрительный нерв, они уже заранее обретут гипоксию, то есть в зависимости от объема кислорода, поглощенного этими тканями, и в результате наступят атрофические процессы, которые будут необратимы. Поэтому диагнозе глаукомы, постановке самого диагноза не все так просто. Кроме этого, мы довольно часто зависим от так называемого градиента давления. О чем я говорю? Все дело в том, что волокна зрительного нерва выходят из глаза через такую решетчатую пластинку. То есть, как, ну, если мы представим себе просто мясорубку, через которую прокручивают вот, фарш. Вот такие дырочки, через которые проходит фарш, это напоминает вот эту пластинку, через которую проходит волокна зрительного нерва. Угу. Понятно, что состояние этих волокон, анатомическое состояние, физиологическое состояние этих волокон зависит от объема того пространства, через которое они проходят, через диаметр этой дырочки. И если диаметр этой дырочки начинает сужаться или меняться, то в результате волокна зрительного нерва в этой точке испытывают соответствующее давление, кровообращение в этих волокнах замедляется и наступают атрофические процессы. Почему это возможно? Потому что имеется прямая корреляция между внутриглазным давлением и внутричерепным давлением. Эта пластинка открывает ход зрительному нерву дальше в полость черепа. И если внутричерепное давление понижено, а внутриглазное давление повышено, то пластинка выгибается в сторону черепной коробки, таким образом пережимает волокна зрительного нерва и вызывает нарушение их кровообращения. И другая сторона, да, если внутричерепное давление повышено, то градиент давления смещается в сторону глаза, и тогда нету этого давления на волокна зрительного нерва. То есть в диагнозе, когда мы ставим диагноз глаукома, надо учитывать практически все эти факторы. Кроме этого, надо учитывать и некоторые заболевания, которые могут быть как основа или сопутствующая основа развитию глаукомы. Но в первую очередь это возрастной фактор. Как я уже говорил, в основном глаукома начинает развиваться у людей среднего возраста. И чаще всего мы встречаем уже развитые степени глаукомы у пациентов после 55-60 лет. Мы сейчас прервемся ненадолго. Я вижу, что есть и звонки, и небольшая пауза новости, рекламу. Потом продолжим. Не переключайтесь. Микс Ньюс.
Продолжаем передачу «Взрыв корень». Кстати, напомню, что у нас 6-672-12-939, и кроме телефона есть еще и WhatsApp 2-300-691. Можете задавать вопросы вот по нашей тематике и вокруг нее. Что касается действительно глаукомы, мы сейчас продолжим, мы о ней говорим, и, может быть, я так понимаю, о возможностях диагностики, профилактики и так далее. Да, так продолжая тему глаукомы, я говорил о том, что это заболевание чаще всего встречается у людей среднего и пожилого возраста, и нельзя забывать, что есть определенные заболевания, которые являются факторами риска при развитии этого заболевания. Среди них это, в первую очередь, близорукость средней и высокой степени, потому что при близорукости даже невысокие цифры подъема внутриглазного давления, а норма внутриглазного давления от 15 до 21 мм ртутного столба. Так вот, даже небольшие цифры подъема внутриглазного давления ближе к границе нормы, скажем, 19-18 мм ртутного столба, это уже критические цифры, когда надо начинать лечение. Потому что при близорукости глаз и так обижен в кровообращении сосудом, и сосудами, и таким образом там глаукома наступает гораздо более быстро, чем в других глазах. Больные диабетом тоже очень большой риск развития глаукомы из-за нарушения кровообращения. Больные сердечно-сосудистыми заболеваниями. Очень высок риск развития глаукомы у пациентов, которые курят. И, конечно, нельзя забывать, что глаукома – это генетически обусловленное заболевание, поэтому обязательно у пациентов, которые заболевают глаукомой, необходимо выявлять так называемый семейный анамнез, то есть историю развития семьи, родители, бабушка, да, дедушка, возможно, да? Да, были пациенты глаукомой. Теперь начнем о диагностике и лечении. Значит, как я уже сказал, чаще всего открытоугольную глаукому, то есть первичную открытоугольную глаукому, которая самой распространенной формой является, выявляют случайно. Случайно выявляют на профосмотрах, случайно выявляют на осмотрах у врача, а иногда и пациенты, сами случайно закрыв рабочий глаз, видят, что вторым глазом они или не видят, или у них ухудшилось зрение. Это является поводом обращения к врачу. Здесь я хочу особенно подчеркнуть еще одно обстоятельство. К врачу попасть сложно. Особенно если это связано с квотами, если это связано с бесплатной медициной, то здесь ждать надо долго. В каждой поликлинике по-разному, поэтому, условно говоря, это от, скажем, 2-3 месяцев до полугода. Угу. И за это время глаукома не простит ничего. То есть, если уже есть признаки, она пойдет дальше, и в течение этого времени очень высокая, собственно говоря, вероятность того, что глаз ослепнет. Безвозвратно. Я еще раз говорю, что потеря зрения при глаукоме – это безвозвратная потеря зрения, то есть вернуть его невозможно. У нас нет средств, которые бы могли вернуть глаукому и возвратить глаукому в первичное состояние и вернуть зрение пациента. Вопрос еще один. Как же начинать лечение, с чего начинать? Есть различные точки зрения на это обстоятельство. Кстати, хочу подчеркнуть, что все лекарства, которые выписываются пациентам с глаукомой, если этот диагноз подтвержден, эти лекарства являются компенсируемыми, то есть государство их компенсирует. Поэтому их обязаны выписывать на специальных рецептах, которые выписываются компенсируемые медикаменты. Здесь необходимо, наверное, ввести дискуссию с другими докторами, с чего же все-таки начинать лечение, как правильно подходить к лечению глаукомы, с хирургии, с лазера или с капи. Ну, на мой взгляд, в первую очередь все зависит от тех возрастных критериев, с которыми к нам приходит пациент. Скажем, если пациенту больше 70-80 лет, и условия его семьи не позволяют постоянно отслеживать время, когда ему необходимо закапывать капли, то лечение таких пациентов необходимо начинать или с лазера, если у них начальные признаки или степени развития глаукомы, или уже с операцией. Потому что довольно часто мы выписываем самые
действенные препараты, самые действенные капли, но эти пациенты ввиду своей физиологической активности не могут себе закапать, потому что зрение снижено, не могут правильно увидеть, какие капли они капают. Довольно часто они капают не те капли, а то, что стоит просто на столе, и бывают различного рода осложнения, вплоть до ожога в глаз. Вот, поэтому, конечно, если мы видим, что пациенты одиноки, что им некому оказывать помощь, медсестру в каждый дом 2-3 раза в день не пошлешь. Нет. Поэтому, естественно, таких пациентов необходимо сразу начинать оперировать для того, чтобы снижать внутриглазное давление, и после этого тогда они могли бы хотя бы один раз в день сами уже закапывать капли, но никак их сейчас обычно назначают до 3 раз в день. Поэтому лечение таких пациентов, конечно, необходимо проводить дифференцированно и в зависимости от тех обстоятельств, где они пребывают. Второе. Какие же методы лечения являются самыми действенными? Ну, здесь я хочу подчеркнуть, что лечение глаукомы продолжается всю человеческую жизнь. Точно так же, как гипертоническая болезнь. Нельзя лечить болезнь, скажем, ну, сегодня лечить, завтра не лечить. Здесь я всегда привожу обычно пример с пневмонией. Ну, терапевты обычно назначают антибиотики 2-4 раза в день в зависимости от антибиотика и названия его. И это лечение продолжается от недели до двух. Терапевт не может назначить антибиотик: сегодня пейте, завтра не пейте, сегодня грейте, завтра не грейте. То есть есть определенные курсовые дозы, есть определенные алгоритмы лечения, и их необходимо строго соблюдать. Если мы не будем это соблюдать, то лучше уже и не лечиться, потому что в любом случае будет конец один, слепота. Поэтому в этом случае обязательно, конечно, необходимо соблюдать все рекомендации, которые даны врачом, и закапывать препараты так, как это надо, и закапывать в той последовательности, как это необходимо. Что касается лазерного лечения, то сейчас созданы специальные лазеры, которые действительно принимают участие в лечении глаукомы, но эффективность этих лазеров достаточно ограничена, они хорошо работают только в начальных стадиях этого заболевания. Их, к сожалению, необходимо периодически повторять. Стоимость этого лазерного лечения тоже довольно высока. Поэтому, конечно, лазерное лечение – это метод для более, так сказать, молодых пациентов, у которых нет развитой стадии глаукомы и нет уже таких глубоких изменений, которые могут приводить к слепоте. Что же нас ждет и почему мы считаем, что глаукома – это необратимое заболевание, и почему мы так долго не можем найти никаких средств, которые бы превращали это заболевание хотя бы в обратимое или хотя бы помогали остановить развитие этого заболевания, да, и сделать так, чтобы оно остановилось и больше не продолжалось. Ну, в природе, к сожалению, есть такое понятие, как апоптоз. Это явление самоубийства клеток. Вся проблема в том, что клетки, испытывающие постоянное кислородное голодание, получают сигнал от центральных органов нервной системы о том, что то их функции заканчиваются. То есть самоуничтожение, да? Да. И, собственно говоря, они должны самоуничтожиться, и это такой сигнал поступает. В результате идет нарастание процессов этого апоптоза, то есть самоубийства клеток. Это процесс веерообразный, он охватывает сначала отдельные нервные волокна, потом это переходит на все остальные, и в результате происходит полная атрофия зрительного нерва, к сожалению, которую остановить невозможно. Поэтому, если уже начались эти изменения, связанные с явлением апоптоза, то постоянное наблюдение пациента уже не играет такой большой роли. Здесь очень важно уже принимать все меры, которые бы смогли резко понизить внутриглазное давление и соответствующим образом, каким-то образом наладить кровообращение в зрительном нерве и сетчатке глаза.
Что касается закрытой угольной глаукомы, это уже другая форма глаукомы, которая начинается, как я уже говорил, с острого приступа. Ну, число пациентов с этой формой глаукомы достаточно небольшое, слава богу, потому что на моей памяти были несколько случаев, когда эти пациенты прямо буквально в течение нескольких минут теряли навсегда зрение. Связано это с тем, что равновесие внутриглазной жидкости в глазу примерно одинаковое. Сколько вырабатывается в единицу времени, столько и оттекает. Это равновесие позволяет постоянно держать нормальный тонус глазного яблока и таким образом никоим образом не мешает функционированию сосудов, функционированию клеток сетчатки, функционированию клеток зрительного нерва. То есть глазное яблоко должно быть постоянно в тонусе. Если тонус глазного яблока снижается, это плохой прогностический признак. Это говорит о том, что кровообращение будет нарушено, и таким образом мы постепенно потеряем зрительные функции. В том случае, если равновесие между количеством жидкости, вырабатываемой единицу времени, и оттекаемые в единицу времени нарушаются, таким образом возникает повышенный объем жидкости внутри глаза и возникает ситуация, которая называется глаукомой. Острый приступ глаукомы – это ситуация, когда вот это нарушение происходит очень остро, буквально в течение нескольких часов. Косвенными признаками такого подъема внутриглазного давления, и я всегда нашим пациентам говорю, посмотрите на телевизор, на титры. Если вы увидите, что вокруг титров у вас появляется какой-то ореол, или вокруг любой лампочки, источника света у вас появляется радужный ореол, это уже признак того, что начинается отек роговицы, начинается поднятие внутриглазного давления. Поэтому в этом случае надо, если есть уже медикаменты, их принимать, если нет, просто бежать к ближайшему травматологическому пункту, где принимает врач-офтальмолог, для того, чтобы померить внутриглазное давление. Потому что следующим признаком будет уже боль. Боль, причем боль тяжелая, боль очень острая. Она переходит с глаза на височную область, и боль такой интенсивности, что у пациента появляется тошнота, рвота, боли иногда в сердце. Иногда даже бригады скорой помощи теряются и привозят пациента с диагнозом инфаркт миокарда или стенокардия, хотя на самом деле это просто иридиации боли из глаза в область грудных мышц, и таким образом это кажется, что инфаркт или стенокардия. В этих случаях, конечно, надо сделать все, чтобы уменьшить объем накапливаемой внутриглазной жидкости. Для этого делается или специальные капельницы с медикаментами, снижающими внутриглазное давление, или, если есть возможность, снимается отек роговицы и делается лазерная так называемая иридэктомия, то есть делается дырочка в радужной оболочке с тем, чтобы можно было бы наладить отток внутриглазной жидкости по тем путям, которым этот отток осуществляется. Если вот такие вот манипуляции делаются, можно ли предотвратить слепоту в итоге? Нет, слепоту в итоге предотвратить не удается. И я уже рассказал, почему. Потому что существует явление апоптоза, рано или поздно самоубийство клеток происходит. И поэтому, к сожалению, все глаза, которые поражены глаукомой, рано или поздно эти глаза все-таки обречены на слепоту. Другой вопрос, доживают ли люди до этой слепоты или нет. Но, к сожалению, в настоящее время эффективного метода защиты от этой слепоты не существует. Поэтому, еще раз повторяю, еще раз говорю, что единственный метод, который возможен и который может профилактически защитить ваши глаза от этого страшного диагноза, это профилактические осмотры или скрининги. Кстати, делают и в вашем центре. Кстати говоря, в нашем центре, если вы позвоните по телефону 20016997, вы можете записать 20016997. Наш центр находится
в центре города по адресу Элизабета 75. И по субботам мы делаем скрининги для того, чтобы помочь пациентам избежать таких заболеваний, как глаукома, возрастная дегенерация сетчатки и диабетический макулярный отек. Для того, чтобы эти пациенты смогли еще долгое время видеть, сохранить свое зрение и каким-то образом защитить свои глаза от возможной слепоты. Еще раз повторяю, глаукома – это не просто диагноз, это очень серьезное заболевание, от которого так просто не отмахнешься. Успеем, наверное, принять один короткий звонок. Добрый день, слушаем вас, пожалуйста. Пожалуйста. Добрый день. Да, у меня такой вопрос. Передаете ли это дело по наследству и если эти профилактические меры, ну, хотя не случилось. У меня, допустим, отцу 92 года, или пока все в порядке с глазами. Ну, я наследую такую наследственность, или все-таки надо как-то делать. Спасибо большое, видимо, позже говорили наши радиослушатели, что имеет значение. Да, генетически обусловленное заболевание. Если у вас в семье или у ближайших родственников была глаукома, то она обязательно у кого-то окажется и себя покажет еще раз. Да, ну что ж, в завершение только еще раз нужно сказать, что действительно вот эти вот скрининги, которые делаются и в центре Игоря Соломатина, это действительно возможность не допустить такого вот совсем плохого развития событий. Да, лучше не ждать, лучше прийти и раньше все сделать, даже если этого заболевания еще и нет. Да. Я так понимаю, через неделю с вашим коллегой мы продолжим. Да. Спасибо.